Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодняшнее видео о покупках с магазина Лента. Как уже понятно по названию. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Что можно купить в этом магазине. Вот такие пирожные. Корзиночка фруктовая. Виво-виво. Не знаю, так, конечно, аппетитно выглядит. Вот эти 100 с чем-то рублей они стоят. Так, далее у нас вот такая туалетная бумага, выпускает, я так понимаю, сам магазин Лента. Мы взяли с нежным ароматом лаванды, трехслойная, что немаловажно, 8 рулонов. Вот. Дальше курица гриль Лента. Так, вышла она за 159 рублей. Ой, 192 вообще. Вот, смотрите, я отвлекаться не буду. Так, дальше сыр. Курица, кстати, текет. Сыр. Сыр у нас костромской. 79 рублей. Далее. Горошек. 365 дней. Тоже их не дам. Так, на борщ. Капуста. По-моему, она не российская. Трусы. Сейчас покажем, какие трусы можно купить в магазине Лента. Тоже розовые. Вот такие. Вот такие, как, не знаю, как подтепленные. Вот. Дальше ватные диски попробуем от этого магазина. 120 штук. А, чипсы. Большая упаковка. Сметана и лук. Дальше соус Лента. Чесночный. Ну вот. Вот так вот. Так, зелень петрушка. Вот укроп. Две петрушки взяли. Дальше соленья. Это у нас идет перец болгарский маринованный. Вот так он выглядит. Попробуем. Болгарский перец на суп. Вот такой красный. Вот. Дальше батон круглый. Вот такие вот тук-туки новые, не пробовала, ветчина и сыр. И сыр и лук. Дальше к пиву воронцовские сухарики. Такие, потом лисички жареные здесь. И бекон. Так, это акция у них какая-то, но мы участвовать не будем, потому что недорого, невыгодно. Так, батон. Так, чистая линия, гигиеническая помада, бальзам для губ. Ромашка, сок алоэ. Хорошая, кстати. Так, корм, кошачьи корма. Это 4 штуки с говядиной, с курицей, с кроликом и с рыбой. Так, дальше. Чудо. Творожки. Вот они еще такой вот второй. Потом какие-то новинка хрустим. Багет сырный ассорти. И здесь какая-то это. Взяли попробовать. Корни. Слим, йогурт и вишня. Наверное, здесь уже все. Так, здесь у нас будет пиво. Пиво. Козел и пиво. Вот такое. Так, потом грушевый там лежит. Вот. Еще вода осталась в машине. Питьевая тоже 10 бутылок. Так, Принглс. Так, Принглс. Это не с чего? Пицца, что ли? Дальше. Пыл жару. Блинчики с вишней. Чай. Классик Black Tea Ahmad Tea. 40 штук. Кока-кола. На самом деле кока-кола две таких. Одна тоже в машине. И картошка на вес. Вот. Такая вареная зелень. Чудо молочное. И
Принглс еще один, только, по-моему, сметана и зелень что-то. Вот. И репчатый лук. Где-то еще жвачки должны быть, я их не вижу. Где-то лежат две штуки. Вот так вот. Всем пока-пока.